Своевременная координация курса тенге позволит сохранить золотовалютные резервы страны. На сегодняшний день развивающиеся страны испытывают определенные трудности, поэтому меры, предпринятые в Казахстане, продиктованы внешними и макроэкономическими факторами. Для того, чтобы удержать курс тенге на валютном рынке, потребовались бы большие расходы золота из валютного резерва, считают эксперты Евразийской экономической комиссии. Есть давление на валюты развивающихся стран, на валюту, на рупию, на юань, на российский рубль. И мы, находясь примерно в том же макроэкономическом цикле, что и Россия, то есть мы добывающая страна, развивающаяся страна, экспортная выручка нам приходит в основном за счет сырьевых ресурсов. И, естественно, иметь кардинально не соотносящиеся курсы, конечно, это сложно. Это искусственно, то есть оно будет требовать сжигания буквально большого количества золотовалютных резервов страны.